боялся очередного плюшевого животного, раздающего рекламные листовки. И подумал, что у них, наверное, в организации очень странно выглядит доска почета. А их корпоративные вечеринки вообще боюсь представлять, если честно. Меня зовут Павел Виноградов, в эфире «Убойной ночи», шоу, в котором можно посмеяться над, казалось бы, обычными вещами. И сегодня вместе со мной здесь люди, которые считают, что сниматься по ночам развлекательных шоу – это отличный способ сэкономить на гостинице. Начнем мы с красной стороны. Игорь Коваленко. Я не готов, друзья, подождите. Если самая прогрессивная молодежь отдыхает на Казантипе, то он там вообще школу закончил. Эдуард Мацаберидзе. Да. Именно благодаря этому человеку появилась пословица «Лучше один раз увидеть, чем один раз встретить». Кстати, это правда. Константин Пушкин. Этот человек до сих пор покупает себе одежду на вырост. Да. Гадзин, гадзин. Синяя сторона. Николай Камка. Этого человека в России знают как юмориста, а в Беларуси он еще и Playmate 2008. Артем Пушкин. Единственный из нас, кто попал в шоу-бизнес через депрессию. Евгений Воронецкий. Человек, который сумел со всеми подружиться, так и не дав никому взаймы. О музыке, друзья. За нее у нас отвечает человек, на которого даже загар ложится так, что остается след от гитары. Александр Радовский. А новость сегодня, друзья, практичная. Нью-йоркский ученый Адам Харви придумал специальную женскую сумочку, которая должна помешать папарацци застать ее обладательницу врасплох. Сумочка обладает специальной мембраной, которая чувствует вспышку фотокамеры и реагирует в ответ на нее точно такой же вспышкой, благодаря чему большая часть кадра оказывается засвеченной. То есть, если звезда не хочет, чтобы ее фотографировали, ей достаточно просто поднести сумочку поближе к лицу. И пока все звезды мирового шоу-бизнеса выбрасывают железные щиты, двухметровых секьюрити и другие вещи, чем они раньше прикрывались, я предлагаю поговорить о папарацци. Красная сторона за папарацци, синяя против этого вида деятельности. Игорь, почему ты за? Улыбайтесь. Я за, потому что благодаря им, а точнее их фотоаппаратам, а точнее конкретно функции зум, на некоторых фотографиях я 1,95 м. Я очень им за это благодарен, да. 1,95 м это рост? Или... Это, Паша, это уже... И благодаря открытой двери ванной 1,95 м. Ничего себе. Костя. Достойный комментарий. И у меня есть. Я за папарацци. Знаете, потому что я... У меня, как у звезды, мало времени на солярий. На пляж. А благодаря фотовспышкам я хоть чуть-чуть дозагораю. Артем. Я? Да. Ребята, у меня все просто. Меня раздражает звук затвора. Но больше всего бесит, что я его еще не слышал. Еня? Послушайте, наверное, все-таки и я могу что-то сказать. Бородатая девочка говорит с нами. И вот я, например, против папарацци, потому что... Они даже вот, ну, для своей работы, они же на деревья залазят, могут там и в птичьем гнезде запрятаться. А почему родители, которые говорят своим детям, что на деревьях в гнездах живут птицы, должны выглядеть идиотами? А я представил, вот сегодня это понятно, да, вот маленький фотоаппарат уже имеется, можно где угодно спрятать, сфотать, подловить. А раньше, помните, когда эти хрени были? Открываешься, вот эта штука еще держать. Прикинь, такого папарацци где-то. Ты где-то, чувак, прячется. Тут чувак. А пока накрывает, это уже смылся. Твою мать! Закрывает? Он еще же закрывает, да, и... Представляешь, как весело. Короче, знаешь, как фотки тогда выглядели? Знаешь, такая пустота, как бы, да, и заголовок. Здесь он был. Я не успел. Да. Он здесь был в доску пьяный, просто вот он сейчас где-то вот здесь. И рука такая вот. Не-не-не, а по поводу того, что надо выставлять, накрываться, у них были бы маленькие. А, тоже маленькие. На руки. Но с большим таким покрывалом. Покрывало по-любому должно быть большое. Маленький фотоаппарат, но большое покрывало. Вот я, какая-никакая начинающая звезда, да? И меня уже раздражает папарацци. Особенно папарацци, вот эти новички с плохими фотоаппаратами. Вот недавно идет тусовочка, и я в тусовочке. Девочку ручкой за попочку, так, раз, ну в тусовочку. Ну, типа, с кем обычное дельце. Так, в одной руке шампанское, а другой за попоньку, знаешь, типа. Раз, вот. А папарацци своим плохим фотиком сфотографировал и в инетец выложил. Я захожу. И думаю, там же, наверное, сейчас Евгений Воронецкий.
своим божественным прикосновением радует столь очаровательную особу, а там вообще непонятно, то ли я без руки, то ли попа доедает ее остатки. Давайте пройдем блиц. Американская актриса Керсти Элли поблагодарила всех папарацци, которые обнародовали ее снимки в газетах, где она очень толстая. Дело в том, что, увидев себя со стороны, Элли ужаснулась и за лето сбросила вес и обрела прежнюю форму. И вот вопрос, друзья, что должны сделать наши папарацци для того, чтобы некоторые из наших звезд перестали петь? Игорь Коваленко начнет. Ну, мне кажется, Паш, что это бесполезно. Да? Потому что нас не остановить! Нас не остановить, звезды вперед! Микро-Ленин. Батенька, нас не остановить! Игорь, будь аккуратней. Это... Да. Как вариант смириться с мыслью, что ты убил человека. Костя, твой вариант. Мне кажется, им надо молиться. Просить об этом Всевышних. Мне вообще кажется, что это всем нужно делать. Но раз сегодня речь о папарацци, то начнем с них. Хорошо, Коля. Костя, язычник, да? Молиться Всевышним? Язычник? Всевышним, да. Просто нужно изобрести фотоаппарат Калашникова. Артем? Я думаю, им нужно сделать так, чтобы звезды перестали есть. Перестанут есть, через какое-то время перестанут петь. Ребят, здесь уже ничего не сделаешь. Реально, надо мыть ноги, ложиться спать, завтра на работу. Спасибо вам за блиц, друзья. Спасибо огромное. Звезда колумбийской эстрады Карлос Вивес чуть не лишился жизни. Дело в том, что он увидел человека с ручным гранатометом на плече, подумал, что его фотографируют, и начал активно позировать. Друзья, во время рекламы лучше прикиньтесь неодушевленным предметом и не двигайтесь. Мы скоро вернемся. А вот сфотографируют папарацци, как Эд, например, в душе моются. И все, мечты миллионов разрушены. Некоторые же думают, что Эд не моется. В эфире «Бойной ночи», друзья, мы сегодня говорим о папарацци. И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики, в которой мы обсудим фотографии от нашего телезрителя. Сегодня к нам пришло огромное количество фоторабот с голой Джессикой Альбой, моющейся в душе Верой Брежневой и загорающей топлес Ксении Сухиновой. Но мы, естественно, выбрали более интересный снимок. Внимание на экран. О! А это ты же? Пашка, Пашка, Пашка. О, слушайте, мне кажется, это мимо проезжал корабль с пионерами. Салют пионерам. Друзья, это я до того момента, когда у меня отобрали яхту. А, это знаете что? Пашка летом подрабатывал светофором. Там еще стоят два чувака с желтых плавках и зеленых. Не-не-не, у него сзади плавки стоят. Зеленые, слышишь? А, зеленые. Он стоит вот так сначала, а потом поехали. А папарацци это плохо, потому что из-за их фотовспышек Павел не может насладиться полноценно солнцем. Ему приходится закрывать рукой лицо. Да, и вечером приходить. Засветилась подмышка вот. Паш, это хорошо, потому что в Одессе появились папарацци. На одно рабочее место стало больше в Украине. Но зато исчезли кусты. Папарацци, они же из кустов? Нет, а где кусты? Это морские папарацци, они из водорослей фотографируют. А, морские? Это знаешь, такая плывет стая дельфинов, вот так вот выпрыгивает, и тут в какой-то момент там вот штук пять их такие. И Паш такой наслаждается, смотрит, и тут просто так один дельфин, второй, тут выпрыгивает папарацци. И туда. По-твоему? И это плохо, потому что человек подвергает себя опасности ради того, чтобы сфотографировать популярную человека. По-твоему, действительно, можно стоять и наслаждаться просто вот так, да? То есть это он не позировал, это он просто живет так. Друзья, мне кажется, благодаря папарацци и фотошопу Пашу можно вставить в него фотографию с каким-то племенем, где он танцует шаманский танец. А еще можно топор вставить и сделать так, чтобы он старушку убил. Да. И типа, мол, чтобы кровью не заляпало. А еще можно так справа поместить такую табличку «Накачиваю матрасы». И у него такой... Спасибо нашим телезрителям за то, что не у всех из них есть фотоаппараты. Продолжаем разговор о папарацци. А я вот так вот скажу. Недавно, значит, увидел в журнале фотографию, как Патрика Суэйзи бьет хулиган. Порадовался, да, за него?
За хулигана. Да-да-да. Через неделю увидел в нашем журнале, в другом, как Киркорова бьет хулиган. Присмотрелся, смотрю, хулиган-то один и тот же. И Патрика Свейзи один хулиган бьет. Киркорова тот же самый. Я что подумал, они же наверняка уже это второй уровень папарацци. Они по двое ходят. Один с фотоаппаратом, второй с монтировкой. Один делает скандал, второй делает из скандала скандал. Мне кажется, это не папарацци работает подвое. Это просто с папарацци вместе работает клуб двойников, раз. И один и тот же человек избил и Патрика Свейзи, и Киркорова. И втрое, по трое ходят. По трое, да-да-да. Там все, костюмы, вот грим тут же, раз-раз. Сняли. Посмотрите, я против папарацци, просто жалко их, поэтому я против. Понимаете? Потому что папарацци — это как сапожник без сапог. Есть фотографии с кем угодно и ни одной фотографии своей. Да? Ну вот, фотоальбом. А вот Мадонна ковырялась в носу и уснула. Вот Сальма Хайек мотыляла головой и волосами зацепилась за арматуру. И что это? 60 лет пройдет, человека не станет. Что, его внуки даже не будут знать, как выглядит дед? В коридоре будет висеть портрет голой задницы Тома Круза, они будут гостям говорить: вот, посмотрите, это наш дед. Тяжелой судьбы был человек. Да, мне тоже жалко, на самом деле, папарацци, особенно вот наших белорусских папарацци. А у вас есть папарацци? Да, некого фотографировать. Это не легенда, это не реально. Нет, они есть, правда. Мне почему жалко? Потому что у них работа только два раза в год. Два раза. Когда Дима Колдун приезжает домой, когда Дима Колдун уезжает. Слушай, а в Беларуси это ж можно со всего угодно делать сенсацию. Но... Галушка выпала из тарелки. Здоровую картофельную выкопали. Картошка покушается на человека. Картофель дает интервью. Нет, слышишь, в Минске опять ничего не произошло, как и последние 5 лет. Фотография. Да. Представляешь, я придумал, вот в Минске опять ничего не происходит, и это такая фотография, где холодильник Минск, и там, знаешь, с замком. Не-не-не, это знаешь как, это такой трактор Минск, запотевшие стекла, такая рука вот так вот. Говорит, что там у вас происходит? Он говорит, в Минске ничего не происходит. А в Беларуси, и в Беларуси ничего. Да. И на заднем фоне оркестр. Да, и трактор уходит под воду. Да, и трактор уходит в болото. Предлагаю переходить к горячему стулу. Как всегда, одному из вас я буду задавать вопросы. Один из вас будет на них давать ответы. Если будет смешно, то все нормально, он останется в Москве. А если будет не смешно, то мы устроим этого человека главным редактором в газету «Все звезды Мариуполя». Сегодня на горячем стуле хороший, большой человек. Это Эдуард Мацабей. Поехали. Победа. А что не спрашиваешь, готов ли я? Ты всегда готов, Эд. Это да, поехали. Лучший друг папарацци. Филимонов. Кто это? Из «Джентльмен шоу». Почему? Ну, потому что только по большой дружбе его еще фоткают. Отличный ответ. Почему папарацци снял оленя? Паш, на капоте олень был явно лишним. Закрывал обзор. Да и глупо выглядишь в пробке с оленем на капоте. Почему папа не хочет, чтобы сын стал папарацци? Папа алкоголик и хочет, чтобы эта традиция не умирала. Почему женщине папарацци легче дается ее работа? У нее подставка есть хорошая. Штатив называется. В каком костюме прийти на закрытую вечеринку, чтобы тебя точно сфотографировали? В костюме Путина. Есть такой? У него, да. Что укупник может пообещать папарацци, чтобы тот его сфотографировал? Не петь. Придумай название разоблачающей статьи со своими откровенными фото. А, я знаю, я сейчас скажу название, а ты потом скажешь, почему. Надо, скажи название, проверим. А, красивый Эд. Почему? Сейчас, подожди, потому что я красивый. Почему всем это приходится объяснять? Да. Если бы ты был папарацци, какой у тебя был бы девиз? Девиз не знаю, но у меня был бы никнейм какой-нибудь точно. Какой? Стреляющая вспышка. Не спрашивай, почему. Какую звезду невозможно запечатлеть без нижнего белья? Сириус. Почему Витя не один на фото в паспорте? Витя сиамский близнец. С какими словами повелитель объектива отправляется на охоту на звезд? Дай бог не в последний раз. Это был на горячем стуле, ему аплодисменты. Как всегда, на этом мы переходим к подготовке финальных номеров. Красная сторона покажет нам после рекламы сказку. Ну а синяя сторона, раз уж речь зашла о папарацци, покажет нам какую-нибудь провокацию. Но, как всегда, Александр Родовский поможет обеим сторонам вместе со своим шестиструнным деревянным фотоаппаратом. Ну а вы, уважаемые телезрители, старайтесь не раздеваться и не компрометировать себя во время рекламы, потому что мы застанем вас врасплох. Мы скоро вернемся.
пришло, типа, они друг перед другом, типа, с фотиками все сидят. И каждый друг другу показывает, какие у него фотографии. О, за каким юмором будущее, ребят. Я придумал концепцию номера. Ну ты так себе, генерал, я скажу. Ну да, не, ну я выпрямлюсь. Выпьюсь, и ты у тебя знаешь, вид, ты спившегося генерала. В эфире снова «Убойной ночи», и сегодня мы говорили на тему папарацци. Это хорошо или фото вспышка вместо лампочки в туалете? И сейчас наши участники покажут свои финальные номера, которые они готовили во время рекламы. И начнет у нас синяя сторона. Провокация. Давайте. Синяя. Кто начинает тут проигрывать, ребят? Не всегда так. Я надеюсь. Сегодня именно так. Итак, секретный штаб папарацци где-то глубоко в акациях. Ну я пожрал бы чем-нибудь сейчас прям. Ты как? Так, засранцы, построиться! Я засрался. Сынок! Да. Сопляк! Я готовил вас 12 долгих лет. Помните, это секретная база папарацци. Это вам здесь не мамкину сиську сосать, это здесь другое. Понимаете? В общих чертах. Не надо здесь наматывать сопли на объектив. Фотовспышку мне в задницу. Сэр, а зачем вам фотовспышка в заднице? Запомни, сынок, фотовспышка должна быть там, где темно. Значит, послушайте меня. Вы отправляетесь на курорт, где тусуют звезды. Вы должны отправиться туда и привезти мне сенсацию. Лучшие фотографии. Это заказал журнал People. А если People заказывает, значит, People have it. Отправляйтесь! Отправляйтесь немедленно! Два дня спустя. Слушай, кто-то два дня спустил. По-моему, здесь. По-моему, да. Ищи звезду, как говорил наш этот самый. Иди. Боже мой, да это же Сальма Хайек! Сейчас я ее уделаю. Сейчас я уделаю ее. Прям. Уделаю. Короче. Сальма Хайек в ватниках, я не могу поверить. Прям 36-й. Вперед. Давай. Я готовлюсь. Извините, это не у вас упал золотой браслет? Ой, у меня. Прикольно, да? Слушай, ну как прикольно, Сальми не особо. Ну а ты вроде ничего. Ой, да это же Анастасия Стоцкая! Слушай, а че за пляж такой? Стоцкая, Сальма Хайек. Не знаю, наверное, Газпром гуляет. Давай, короче, сейчас я ее уделаю прям. Извините, это не вы уронили золотой браслет? Хватит, в прошлом году уже золотой браслет роняла. А серебряная цепочка не ваша лежит? Моя. О! Прям неинтересно с ней. Слушай, ну смазал немножечко. Да-да-да. Но, боже мой, ты посмотри, кто идет! А, ми-ми-ми! Ой! Да-да-да! Ой, ваши ставки, кто это? А это же Монсеррат Кабалье! Как похудела-то! Вперед! Монсеррат, золотой браслет не ваш, да? Нет. А серебряная цепочка? А вон гамбургер лежит, это не ваш? Мой. Просто остынет сейчас я. Ты сфоткал это? Я в шоке! Есть что-нибудь пожрать еще? Вот, колбаса. Что за колбаса? Краковская. Краковская? Домашняя. Ну все, сейчас она порвет нас. Манси! Колбаска. Краковская? Краковская. Подожди. Давай. Так, ну что там? По-моему, не... Так, засранцы, вы сделали то, что я вас просил, а? Не ожидали меня здесь увидеть? А я сразу за вами приехал, сидел в кустах, смотрел, чем вы занимаетесь. Давайте фотки, быстро. Что это? Кто это? Сальма Хайек, да два чемодана таких фотографий. Еще. Что это? Кто это? Что это за лошадь? В Стоцкой у нас два чемодана. Что? Здесь вообще непонятно, где Монсеррат, где Краковская. Так, все. За это плохое задание вы получите денег меньше, чем я вам обещал. На, это тебе. На, это тебе. Ух ты, всего лишь 100 тысяч долларов. Всего лишь 100. Вот видите, как плохо, что есть папарацци, которые получают за обычные снимки по 100 тысяч долларов. А в стране кризис, экономить надо.
Людям даже краковскую не за что купить. Подождите, Монсеррат. Подождите. Вот, театрально это. Друзья, очень-очень. Хочется ребятам дать на краковскую. Правда, Еня. Разжалобил. Хотя, кстати говоря, и удивил меня больше всего тоже Еня, потому что невероятно талантливый и быстрый человек перевоплотился из Монсеррат Кабалье в злого начальника. Абсолютно в разных весовых категориях люди. Это и актер, актер. «Красная сторона», да. «Сказка», да, для детишек. Пожалуйста. Артем, ты не против? Я объявлю номер. «Сказка 3 папоротенка». Чик-чик, щелк-щелк и ниф-ниф. А собрались как-то три папоротенка у старшего брата хвастаться, у кого сенсаций больше. Слушай, братишка, вопрос может показаться бестактным, но сколько у тебя мегапикселей? Ну так, между нами. У меня 3,7. 3,7, у меня 10. У меня 10. Зато у меня зум 16. Это да. Зато у меня сенсаций больше. А ну. Фотографирую лучше я. Ну да, докажи. Вот, смотри. Что это? Вот, видишь? Ну. Вот, видишь? В нашем лесу так. Снежный человек дерется с Кинг-Конгом. Вот, фотографии тебе, вот, все. А? Послушай, хватит фотографировать какашки, слушай. Мне нравится, в спид-инфо продам, они все напечатают. Ерунда все это. Чего ерунда? Вот, посмотри, что у меня есть. Че? Смотри. Внимательно смотри. Ага. Что это? Ух ты, волк. Ну? Ух ты, как близко. Ну, дальше смотри. Рот? Да, дальше смотри. Лодка? Дальше смотри. Желудок? Ну? Дальше смотри. Цыпленок в углу желудка лежит. О, который 2 недели назад пропал. Подал! Нифига себе. А как ты вылез? Не, подожди. Ну, там засветилось сегодня. Ну, не все засветилось. Я в душе. Давай. Извините, поговорите со мной, а то я думаю, что я уже умер. Можешь умирать. Что там у нас за темочка для обсуждения? Ты мне должен что-то говорить сейчас, походу. Про что? Тук-тук-тук-тук-тук! Пабадупа-падупа! Волк! Открывайте! Кто? Волк! Козлята дальше живут. Две обоссавшиеся свиньи! Класс, смотрите! Вот это я понимаю! Сенсация! Я из-за твоей сенсации... Я не вижу! Что случилось? Я не вижу смысла жить. Что это такое? Что? У меня ноги отнялись, я их не чувствую. Да все лишь ноги. Мои Господи. Ноги. Я сейчас тебя вылечу. Ну-ка, сфотографирую сейчас. Я не чувствую ног как-то. Так, внимание. Чик-чик. А, покажи, как получилось. Сейчас покажу. А, ну и мне покажи. Смотрите, ребят, вот. Смотрите. Ну, выздоровел. Вылечил. Я сейчас вам покажу сенсацию. Господи. Я сейчас вернусь. Охотник, со мной. Слушайте. Какой у нас хороший все-таки отец был и отец мама. Отец был, да, хороший. Ух, хороший, ох, хороший. Да. И какая шаурма получилась из него. И мать молодец, мать молодец. Никогда не терялась. Молодчина. Нет. Да, какие фотографии делала, смотри, а. Вот, чуть-чуть нашего отца и помидорка, а. О, лучок. Лучок, все, красотища прям. Хороший отец, вкусный. Что такое? Твою. Да ладно. Ты иди, мне надо с братом поговорить. Да, ну, а я точно иди, должен да, уйти? Да, да, точно должен уйти. За что же мой брат? Нет, нет, это... Не мой брат? Нет, иди. Вот, вот твой брат. Я четвертая свинья. Пофоткал, да? Твоя мать как близко-то, а? Это у лосей сейчас брачный период, да? Бедненький. Ну, фотки хорошие. Ну, не повезло тебе чуть-чуть. Крепкий лось, гад. Хорошо тебя зажал. Слушай, ну не расстраивайся, может просто сотри с карты памяти, да и все. Да с карты я сотру, а вот с памяти. Ребят, не поверите, сейчас лось такие фотки показывал. Слушайте, еще фотку сделал, очень интересную, смотрите. Ага. Вот, пожар, смотрите какой. Да ладно, а? Лес горит, что ли? Представляешь, хорошая фотка. Фотка. А где фоткал? Да вон из окна. Спаси нас! Конечно, ребята! Вот, как бы тут надо объяснить, что потом, когда программа там постпродакшн, все это сделается, да, там в конце сделают кости уже компьютерной графикой, такие лучи будут из ладоней вот туда. Они типа нейтрализуют пожар весь, и мы все спасемся. Как бы вот. Но если лучей не будет, то
то вы знаете, как бы мы все, что от нас зависело, мы все сделали. Вот. И в конце хотелось бы сказать, конечно же, что даже свинья может быть папарацци. Но если ты папарацци, не будь свиньей. Браво! Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Динамично расставляем. Я что-то не понимаю, почему вы так торопились сесть, ребят? Что вы здесь носились, как сумасшедшие? Ну, кстати говоря, ребятам нужно подарить, я считаю, фотоаппараты, потому что они даже в жизни на блокноты фотографируют. Жалко просто их. Там пленки больше. Спасибо вам за номера, друзья. Осталось только проголосовать. Это уже задача наших зрителей в студии. Вперед. Сегодня победили те, кто был за папарацци, это красная сторона, хотя, в общем-то, я не совсем согласен с залом, но мое мнение, оно же не, здесь не учитывается. Учитывается, правильно? Паша, учитывается. Учитывается. Спасибо учитывается. Вам в любом случае. Спасибо вам, Паша. В конце хотелось бы сказать, что можно, конечно, бесконечно долго ругать папарацци и говорить, что они лезут в личную жизнь людей, но, с другой стороны, если бы не они, мы бы с вами никогда не увидели очередную новую грудь Памелы Андерсон, не узнали, какое белье предпочитает Дженнифер Лопес и с какой высоты нужно фотографировать ансамбль «Золотое кольцо», чтобы в кадр влезли все его участники. Вы смотрели «Убойные ночи». Меня зовут Павел Виноградов. Я говорю вам пока, но не прощаюсь, естественно. Слово победителю. Страна, не важно, сколько у тебя мегапикселей. Да, главное в большой семье не щелкать вспышкой. Не прощелкайте свою жизнь. «Убойные ночи», страна.